Сегодня в Петербурге соберутся чиновники из разных стран – Армении, Белоруссии, Украины, Киргизии, Казахстана, Абхазии, Южной Осетии и не только. В городе пройдет международный форум «Евразийский диалог в 21 веке». Планируется проведение круглых столов, пленарных заседаний, обсуждение аспектов создания Евразийского союза и принятие рекомендаций участников форума. От российской стороны участие в форуме должны принять председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Государственной Думы Сергей Железняк, а также парламентарии, губернаторы, представители федеральных ведомств.